Здравствуйте, высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. В Волгограде всплыла проблема бесхозных дренажных систем. Первой ласточкой стал затопленный подвал многоэтажки в Краснооктябрьском районе. Гринпис записал Волгоградскую область в молодцы и пример для других по результатам мониторинга ситуации с решением мусорных проблем. Журналистов Волгограда подковали юридически и рассказали, как заставить коллег по цеху ответить за воровство авторских статей и информации. Власти Волгоградской области готовятся сделать акцент на масштабном благоустройстве дворов и уже знают, где возьмут на это деньги. В Волгоградской области стартует программа «Наш двор, наш дом». Она рассчитана на 5 лет и потребует нескольких миллиардов рублей вливаний. Начнется все с Волгограда. Уже до конца этого года в 58 дворах, а к ним относятся 204 многоэтажных дома, отремонтируют дороги и тротуары. Информация была озвучена сегодня на встрече главы региона с общественниками и представителями управляющих компаний. Где-то порядка 4-5 миллиардов рублей нужно на только финансовых средств. Это огромное средство. И со времен строительства домов в Волгограде, там, в Сталинграде, в Волгограде, да, ну, хоть так по-человечески, рука человека, да, или на власти во дворы никогда больше не заходила. Вот как построили, так все их бросили. Поэтому здесь нам надо будет двигаться очень точно, лишнего ничего не обещать. Но если мы что-то пообещали, заложить в бюджет, исполнить и требовать исполнения от всех. Волгоградскую область записали в молодцы по результатам мониторинга ситуации с решением мусорных проблем. Рейтинг регионов России составляли специалисты организации «Гринпис». Они обратились к профильным органам власти с вопросами об организации раздельного сбора мусора и объемах переработки отходов. В своем ответе на запрос власти Волгоградской области сообщили о разработке территориальной схемы по обращению отходов, подчеркнув, что не планируют строительство мусоросжигательных заводов, опасных для природы и здоровья человека. Также в ответе указано, что в Волгограде и Волжском часть предупреждения домовых площадок оборудованы сетками для раздельного сбора пластиковых отходов. Отдельно оговаривается, что стратегия региона заключается в увеличении сбора вторсырья. Гринпису все понравилось, и теперь на сайте организации Волгоградская область обозначена как пример для подражания. В коммунальном хозяйстве Волгограда, помимо всего прочего, есть проблема бесхозных дренажных систем, которые никак не обретут хозяина. А это возможные подтопления в жилых домах. Один из примеров – 16-этажный дом номер 56 по улице Зорге в Краснооктябрьском районе. Здесь, в подвале, в течение многих месяцев был настоящий потоп, пока работники МУП ВКХ не выяснили причину. Оказалось, что попутный дренаж, который проходил по центральной теплотрассе рядом с домом, был полностью разрушен. Вот вода истекала в подвал. Положение здесь очень серьезное. Это идет еще плохое такое состояние дренажной системы с 95 года. До 95 года эти дренажи принадлежали ЖЭУ. Вот квартальный дренаж и все сопутствующие дренажи, они относились к ЖЭУ. А сейчас это все брошено на самотек. И вот такая ситуация, это просто как бы первая ласточка. Теперь после устранения проблемы с подтоплением многоэтажка по улице Зорге будет находиться под постоянным контролем коммунальщиков. Вместе с тем, главная задача МУП ВКХ на сегодняшний день – подготовка городских сетей к зиме. Сейчас идет ремонт котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций. Сегодня в Волгограде для местных журналистов провели ликбез по актуальным правовым вопросам работы СМИ. Представителям прессы рассказали о юридических тонкостях при размещении публикаций, которые могут стать причиной судебных исков о защите чести, достоинства и деловой репутации со стороны героев статей. Кроме того, неприятности могут подстерегать журналистов и со стороны коллег по цеху. Речь идет об авторском праве, которое нередко сами представители СМИ и нарушают, заимствуя у коллег публикации. Подобные факты, как подчеркнули юристы, зачастую незаконные, могут повлечь правовые последствия. Первое, что необходимо сделать, это ознакомиться с сайтом, статью, с которого вы хотите разместить на своем сайте или странице в соцсети. И если на сайте есть разрешение, то оно также может быть ограничено определенными условиями. То есть это обязательно активной гиперссылкой на сайт первоисточника, запретом на коммерческое использование и так далее. Эти условия надо обязательно соблюдать, в противном случае это будет являться нарушением авторского права. В случае установления судом факта несанкционированного использования оригинального текста, законом предусмотрено взыскание в пользу автора со стороны похитителя творческого продукта от 10 000 до 5 000 000 рублей. На этом все. До свидания.